Всем привет! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru. Меня зовут Сергей. И сегодня у нас обзор тактического рюкзака от фирмы Trump, модель Tactic. Рюкзак имеет грудной фиксатор. Снизу рюкзака есть стяжечки для возможности закрепления коврика, палатки, ну или чего-либо еще. Также есть стяжки по бокам. Благодаря им можно регулировать объем рюкзака. Что-то объемное сюда закрепить не получится, потому что они достаточно узенькие. Здесь есть карман. Карман на липучке. Благодаря молнии карман можно увеличить в объеме. На спине есть валики из AirMesh, так же как и на плечевых лямках. Очень прочная и удобная ручка. Спереди есть небольшой карман. Есть масса возможностей для крепления дополнительного оборудования, всяких подсумок, карабинов и прочего. У рюкзака два основных отделения. Первое отделение – органайзер с большим количеством всевозможных кармашков. И второе отделение у нас основное. Здесь у нас есть карман для гидратора. Также есть возможность его вывода. Так, сейчас взвесим рюкзак. Рюкзак весит 1 кг 55 грамм. Купить его можно в нашем интернет-магазине. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо, до новых встреч.